чужак? Тариф никогда не падет. А это же вроде новенький, да? Похоже, он зря времени не терял. Покажи мне свой товар.
Ты пришел как раз туда, куда нужно. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Они идут! Яд! Где? О, снова наш неофит. Что еще? Да, ты, наверное, мне подойдешь. О, нет, у меня нет времени работать твоим мальчиком на побегушках. Горн говорит, ты знаешь, как попасть в гавань. Ага. Только туда проход перекрыт. А как туда можно пробраться? В трущобах есть два обелиска. Если ты сумеешь включить их оба, ты сможешь достичь своей цели. Как я могу включить эти обелиски? Я подготовил специальное заклинание и расписал его на двух свитках. Что это за обелиски? Судя по всему, они были возведены для защиты от отрицательных воздействий волшебного спектра. Отрицательных воздействий? То есть они защищают от магии Белиара? А он не так глуп, как может показаться. Да, по всей видимости, эти обелиски были воздвигнуты жрецами Иноса. Они поглощают всю магию тени выше определенного порога. Однако использованию мелких заклинаний они не мешают. И что это означает? Что наши друзья из числа нежити будут в будущем избегать этого места. Однако эффект моих боевых заклинаний останется неизменным. Ну хорошо, давай свои свитки, мне позарез нужно попасть в гавань. А у меня их нет. Они у моих помощников. А твои помощники? Мертвы. Одного из этих бездарей ты можешь лицезреть прямо отсюда, если немного спустишься по лестнице. Второго тебе придется поискать. Yeah.
И что? Эта одежда должна меня впечатлить. Я включил обелиски. Да. Я ощущаю поток магической энергии. Тогда вот тебе ключ от ворот на базарной площади. Они находятся в ее северной части. Гавань как раз за ними. Что? Выходит, мне вовсе не нужно было ходить к обелискам? Как это? Очень даже надо. Иначе я бы просто не дал тебе ключа. Ты обманул меня. Почему это? Ты включил обелиски. Это помогло тебе попасть в гавань. Все честно.